Верхневолжье получило федеральную поддержку на продолжение работы по сохранению и популяризации карельской культуры. Обладателем гранта стало Козловское сельское поселение Спировского района. 720 тысяч рублей предоставлено за второе место во всероссийском конкурсе «Лучшая муниципальная практика» в номинации «Укрепление межнационального мира и согласия. Реализация иных мероприятий в сфере национальной политики на муниципальном уровне». При государственной поддержке запланировано обустройство площадки для проведения ежегодного Козловского фестиваля карельской культуры «Омаранда» – «Родной край», который ежегодно объединяет не только жителей Верхневолжья, но и других регионов России, а также Финляндии, Норвегии и Швеции. Три номинации, и одна из них была присуждена нашему Тверскому сельскому поселению из Тверской области, Спировский район, Козловское сельское поселение. Хотел бы поблагодарить жителей, кто в этом принимал активное участие, руководителей, всех общественников, кто неравнодушно отнесся к этой задаче, и сказать, что далее это, я думаю, будет хороший опыт, хороший пример, как надо нашим коллегам и нам все вместе активно заниматься вот этой работой.